Ажиотажный спрос на продукцию первой необходимости в заинских магазинах спал. Несмотря на повышенный спрос продовольственных и непродовольственных товаров, полки магазинов, вопреки ожиданиям, не опустели. Цены тоже остались на прежнем уровне. Ситуация держится на постоянном контроле, и изменений не предвидится. По продовольственному рынку, значит, ситуация у нас стабильная в районе. Тот ажиотаж, который наблюдался несколько дней в части нехватки определенных видов продукции, он спал уже. И сейчас там, где вдруг чего-то не хватает, то есть это постоянно, оперативно достаточно пополняется. Необходимый запас продуктов питания и товаров повседневного спроса на складах в целом Республики Татарстан имеется. То есть мы готовы к тому, чтобы обеспечить всем необходимым населением. В распределительных центрах республики имеется достаточный запас продукции, который постоянно пополняется в соответствии с потребительским спросом. И по поручению Минсельхоза России будет достаточным для обеспечения запаса как минимум на 2 месяца. По поручению президента Татарстана создан оперативный штаб по контролю за ситуацией на продовольственных рынках республики, куда вошли Министерство сельского хозяйства, торговли и УФАС Республики Татарстан. Власти республики договорились с ритейлерами о сохранении цен на существующем уровне. Есть поручение президента Татарстана не допустить спекуляцию цен в сложившейся ситуации. Местные власти держат на постоянном контроле как запас продукции, так и цены. Также нашим отделом, мной лично, еженедельно у нас проводится и мониторинг цен, то есть объезды магазинов, торговых объектов, как наших индивидуальных предпринимателей, так и торговых сетей. Вот, и как бы стабильная ситуация налицо. То есть вот тот ажиотаж, который был, он уже спал. В исполнении решения санитарно-профилактической эпидемиологической комиссии Кабинета министров Республики Татарстан сельскохозяйственные ярмарки, которые проводятся на площади Дворца культуры «Энергетик», с 21 марта отменяются. Но это не повод для беспокойства. Всю сельскохозяйственную продукцию можно купить в агропарке. В настоящее время агропромышленный парк обеспечен необходимым количеством продукции. Цены у нас приемлемы, остались на том же уровне. Повышения не будет. Все заинские магазины на сегодняшний день полностью обеспечены товарами, и закупаться впрок необходимости нет. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.